Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Darkout, и мы продолжаем изучать разнообразные штуки и пытаться найти смолу. Давайте мы сейчас сделаем десяток веревок, я думаю, да? Ну, может быть, давайте еще один десяток. И наделаем на всякий случай себе побольше ведер. О, 32 штуки, это уже хоть что-то. Окей. Давайте мы посмотрим, что мы сейчас можем сделать еще. Во-первых, что мы можем исследовать? Мы изучили некоторые предмет. Да, смотрите, у нас появилась железная стрела. Мы ее можем изучить. Железная дверь. Рельсы элеватора. Хорошо. Power socket. Химическая лаборатория, которую я пока что не могу сделать, потому что у меня... Хотя... Почему я не могу ее сделать? Я могу ее сделать в теории. Сделаем, что мы сделаем? Так, компонент. Ага, мне нужна резина. А без смолы волшебной я ничего сделать не могу, увы. Увы. Так. Давайте посмотрим, что у нас еще там есть нового. Ну, химическую лабораторию, конечно, надо сделать. И вот крафтовый стол, тоже нужна резина, металлический баррель, металлическая бочка, металлическое ведро. Кстати, тоже нужна резина, загвоздка в резине. Платина, хорошо. Платину мы делаем, как ни странно, из... Может, это золото, может, это не медь? Нет, копер, медь и вот этот вот... Кислота из прошлой нашей серии. Да, увы, пока что мы не сделать ничего не можем. Даже причем изучить ничего не можем. Мы можем, там, не знаю, вот... столбы электропередач. Но тоже тратить железо. Ну, хотя давайте изучим, почему бы нет. Потратим железо немного. Давайте тогда мы изучим уже и стрелу, железную дверь и... И все. На этом все закончилось наше изучение. Но мы зато помним приблизительно, где нас ждали. О, как он классно с луком стоит. Ха. Была, правда, здоровая такая у него. Мы помним примерно, где нас ждали несметные богатства. Вот, сейчас, если мы постреляем из лука в этого паука, ну, то ничего мы не добьемся. Мы совершенно ничего ему не можем сделать. Ага, правым кликом мы... А, стоп, это мы полечились. Да. Ух ты. Вот это я его стукнул. Стукнул так стукнул. Да ты, гадина, уйди. О, а нормально так мы ему раздали. Так, все это замечательно и хорошо, да, но нам нужно спуститься опять вниз. Там было железо. Там было весело, там было здорово. Там было куча всего интересного и полезного. Главное, не упасть и не разбиться. Это одна из больших проблем, особенно поначалу. Так, мы можем, кстати... О! Неплохой урон, кстати. О, смотрите, я ему наношу урон таки. Опача. Ну, новый заспавнился. Ладно, мы тебя убьем. Как так? Почему мы тебе можем урон наносить? Ты же в тени где-то там должен быть, по идее. Так, давайте мы кинем флеер, посмотрим. Нам в эту сторону. Да. В эту точно. И, блин, что ж ты так высоко его кидаешь? Хорошо. Вот я сейчас вниз упаду и разобьюсь. Давайте мы полечимся. Хорошо. О-о-о-о. Не, нормально живем. Кидаем еще флеерочек. Флеерочек. Он упал опять очень далеко. Так. Отлично. Отлично. О, хорошо. По-моему, вот здесь, вот, если я не ошибаюсь,
было наше железо. Железо наше. Ты тут было? Давайте мы поставим куда-нибудь факел, воткнем. Нет, оно не здесь было тогда, получается. Ага, нам куда-то дальше. Точно, точно, точно. Жалко, что здесь везде вода. Я бы был бы рад видеть на самом деле смолу. Ух ты, елки-палки. Это было неожиданно. Неожиданно реально было. Да. Вломили мне так, вломили. О, кстати, я научился телепортироваться. Е-е-е-е. Он одноразовый, как я понимаю, этот телепорт. И как им пользоваться? Он не совсем такой телепорт, как я думал. Он, получается, нужен для возвращения к месту, допустим, нашей гибели. То есть мы... Ну, точнее, не к месту нашей гибели, получается, а к... Так, мы далеко просто были. Куда-нибудь можно этот телепорт поставить где-то в подземелье. В подземелье поставить телепортик. Если нас убьют, мы можем быстро телепортироваться к нему. Вот это вот очень удобно. Но тут надо еще поставить его правильно. Так, давайте мы, может быть, соберем вот эту траву. Окей, все, и пойдем дальше тогда. Попытка номер два. Но уже мы сейчас, надеюсь, более правильно все сделаем. Или, кстати, мы можем еще сходить в эту сторону. Может, мы найдем там смолу. Мы там далеко не заходили. Нет, 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 нет. Нам надо идти бронежилет наш забирать. Вот оно. О, да, я уже чувствую, это будет очень веселый летсплей. Я буду много умирать, много ходить за броней. Так, нам в эту сторону. Кстати, может быть, давайте возьмем пока что наш великолепный факел. Ух ты ж, гадская собака, сколько ты же урона наносишь. На, по жопе получай, по жопе. 30 урона еще нанесла. Так, еще и паукан. Сейчас, главное не умирать, главное не умирать. Не умирать, нет, бей, 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 бей. Не останавливайся, жалко, присесть нельзя, неудобно не будет. Да ну как они так бьют же ж сильно. О, боже мой. Я надеюсь, реально, кстати... Я могу сделать себе лечебное зелье еще. Ну, у меня еще есть эти. Хотя, давайте мы сразу сделаем лечебное зелье. Какое-то количество. Бустеры. Вот они, лечебные зелья. Я их изучил в прошлой серии. Нужно включить. Все, понял. Они делаются... Не быстро, не быстро. И мы должны находиться возле них. Ладно, подождем, подождем тогда. Как же быстро меня убивают. Чувствую себя ничтожеством прям. Так, хорошо. Эти тоже поставим крафтиться. Лечит на 25%, так как я понимаю. Ну окей, посмотрим, надолго ли нам этого хватит. Кстати, надо бы поспать, опять лечь. О, кстати, крафт... Блин, можем спать только ночью, да? Как мне дорого. Я хочу сейчас подспать лечь. Почему я могу дома днем спать иногда, если хочется очень? Ну что это такое? Ладно. Оп, 25. И у нас идет время восстановления, опять же. Так, я даже этот генератор выключаю, когда выхожу. Все нормально. Ну, 25 еще разок. Эх, попытка номер 3, что ли? Ну, жестко, жестко. Я, как ни странно, первый раз дальше немного добрался. Так, аккуратненько, аккуратненько ползем. Упали. Вот на 30 стукнуло еще разок. Так, давайте мы вот эти вот большие наши медпакеты пока что используем. Факел. О, есть факел, хорошо. Один. Тут мы падаем где-то, я помню, да? О, упали. И опять медпакетик заюзали. Хорошо. Не очень, конечно, хорошо, но ничего поделать мы не можем. Так,
Давайте здесь еще один факел. Куда тебя поставить можно? Отлично. Вот, мы здесь умерли. Да, ну наконец-то. Вернем себе доспехи-то. Хотя бы. Так, хорошо. Все, закрываем наше надгробие. И попробуем пройтись немного дальше. Так, а ну-ка, что здесь? Копер. Хорошо, спускаемся ниже. Ниже черви это у нас уголь. Ладно, уголь пока что у меня нигде вроде бы не используется, поэтому мы идем еще ниже. Так, тихо. Ну, куда ты убегаешь, гадина? Я ж тебя... А, ты сбросилась. Блин, а из них, от них свет хоть какой-то шел. Так. Отлично. Почти отлично. Фух, мы живем. Этот маяк поставили. Лечимся. Лечимся. И давайте мы факел рядышком с маяком здесь как-то попробуем зафигачить. О, отлично. Хоть что-то. Флееры наши закончились. Что, конечно же, тоже печально довольно. Так, ну-ка, бах. Мне, конечно, фонари вот эти безумно нравятся. Но как-то дороговато их использовать. Ладно, сейчас мы тогда спускаемся. Отлично, отлично. Получай, гадина. Так, где же наше железо? Вот здесь вот, по идее, уже. Вот оно, мы близки к железу. Да, вот платформочка. Отлично. Отлично. Так, факел. Почему тебя нельзя поставить? О, можно вот так вот поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас там? Там ничего вроде пока что нету. Давайте мы сначала железо накопаем. Я думаю, оно нам пригодится не один раз. Опять. Где-то я такое уже видел. Так, ладно. Мы сейчас себе платформочку продлим. Ой, там снизу бегает уже гадина какая-то. Так, накапываем. О, хорошо. И поставим здесь факелочек как-нибудь. Ну, поставься. Ну, что же за безобразие? Здесь? Нет, здесь где-нибудь? Нет, не хочет факел нигде ставиться. Ладно, до железа здесь недалеко. Так. О, есть. Отлично. Псина к нам все ближе и ближе подбирается. Еще и вторая пришла. Так, давайте я полечусь, чтобы потом поздно не оказалось. Раз, ну все, копаем пока что дальше. Ну хоть железо себе сейчас наберем. Это уже будет полезно и хорошо. И пойдем немножко дальше тоже поисследуем эту пещерку. У нас здесь, если что, маячок. Мы здесь и резнуться сможем. И пойти немножко еще вглубь. На самом деле основная цель, да, это найти смолу. Потому что без смолы мы далеко не уедем. Так. Я могу еще раз полечиться. Хорошо. Давайте, не знаю, банку поставлю уже с горя. О, есть. Теперь я вижу хоть что-то. Так, еще железо. Что ж, не могу перепрыгнуть никак. Я вот, если мне кажется... А, все нормально, все. Так, вот какой-то цветочек еще растет. Дивный. Давайте мы до него докопаемся тоже, попробуем. Может, что полезного изучим. Ух ты. Так. Прям экстрим... Ой, смола. Смола, наконец-то, смола. Неужели? Неужели? Ну, куда тебя поставить? Некуда. Это был странный звук. Так,
Смола. Блин. Да, вот она, смола. Немного совсем. Давайте мы сейчас возьмем, значит, наши ведра. И, кликая по смоле, забираем все, что сможем. Мы, получается, им больше урона наносим, да, когда они под этим подсветом. Так, хорошо. Лечимся. Давайте мы еще одну баночку. Это очень хорошо, что у нас здесь смола. Я просто в восторге. Так, еще там немного есть. Вроде бы все забрал, нет? Нет. Вот, теперь вроде бы все. Отлично. И еще одно небольшое озеро с раскаленной смолой. Блин, отлично. Так, давайте соберем. Все. У меня закончились ведра. Цветочки я так и не посмотрел, что это такое. Но мы сейчас проверим, наверное, таки, да? Почему бы нет? Опять не то. Не то, что надо. Flower. Обычный цветок. Окей, ладно. Мы тогда запомнили, что у нас здесь смола. В месте, где... Ой, тут не через... Ой, сейчас я умру. Нет. Нет, не умирай, я не могу прыгать. Ну, мы зато сейчас используем наш телепортатор. Давайте, да, так. И телепортировались. Очень удобно. Теперь он исчез. Теперь он исчез. И мы можем поставить его где-нибудь в другом месте. Например, поближе к смоле. Очень удобно будет. Я надеюсь. Главное там не умереть еще разок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, так, сейчас накаркаю. Полечимся. Фух, блин, еще одна собака. Не подходи ко мне. Так, есть. Давайте мы поближе к свету проберемся. Отлично. Так, вот это вот мы выкопываем. Безобразие. Надеваем. Блин. Выпала моя голова. Смотрите, вот она валяется. Реально выпала моя голова. Все, теперь подобрали. Фух. Все, есть такое дело. Так, давайте выкопаем цветочек вот этот. И сделаем здесь платформочку. Платформочку, чтобы это была жива-здорова платформочка. Так. Хорошо, давайте полечимся еще разок. О, запрыгнули. Окей. Давайте я здесь на платформе тоже банку поставлю. Чтобы мы... Ага, на платформу банка не ставится. Какая коварная банка. Отлично. Так. Ладно, сейчас мы попробуем тебя где-нибудь здесь поставить. Нет, не хочешь? Сейчас мы выкопаем камень, тебе место придумаем. Ну, нет. О, есть. Это хорошо. У нас есть теперь еще немного смолы в запасе здесь. И вроде бы относительно недалеко. Но это нужно для начала... А, стоп, я не поставил маяк. Все, конечно, хорошо, но я не поставил маяк. Все, маяк установлен. Теперь я смогу воскреситься. Давайте я его даже уберу отсюда, на всякий случай, чтобы не кликнуть случайно по нему. Что, опять смола? Что, серьезно? Да, очень на то похоже. Блин, смотрите, сколько я бутылок со здоровьем, да, использовал. Так, а ну-ка. О, да, вот еще одна лужица получается. Хорошо. Тут ничего нет? Нет, ничего нет. Я буду так проверять, наверное. А, у меня факел есть, точно. Можно же пока с факелом походить, пока врагов вроде бы не видно. Так, что вот... Да, что ж ты ставишь, когда не надо? Когда надо, не ставишь, а когда... Наверное, выкопать это надо. Выкопал, окей. О, мышка, давай. Хорошо, пёсик, блин, ударил меня. Гадина, все-таки смог. Ну, давай, еще раз ко мне подходи. Ох, теперь там двое.
Хорошо. Ну куда ты убежал? Прыгал. Ладно. Так, лечиться пока что мы не можем. Давайте факел в руки и побежали. Побежали исследовать мир окружающий. Так, что у нас здесь за руда? Это уголь. Уголь нам пока что не надо. А вот это вот сундук. Нет, тоже ломать надо. 200. Вот сиди там, сиди себе сверху, не прыгай, главное, вниз. Я тебя так убью издалека. Нет, он меня ударил, гадина. Все. Это было зря. А-а-а, да что ж такое? Так. Факел, наверное, надо все-таки забрать. Потому что с факелами у меня дефицит. Спускаемся ниже. Ой-ой-ой-ой-ой. Спустились ниже, называется. Я броню потерял. Блин, я как-то умираю, теряю броню. Но это несправедливо. Так, раз пошла такая пьянка, давайте мы тогда сделаем еще веревок по максимуму. И сделаем по максимуму ведер. Вот. Отлично. Вот сейчас пошла какая-то темная луна. Так, стоп. Что? Что не так? Где ведра? А, вот пустые ведра. Тоже 32 штуки. Ладно, хорошо. Тогда мы... Ага, все-таки не получится так телепортироваться. Ладно. Телепортируемся. Хорошо. Давайте... Да что ж такое? Наберем... Да вылези отсюда. Да ну что ж такое? Сколько там тебя-то, а? О, все. Нет, еще есть где-то. Нам камни мешают набрать. Сейчас. Сейчас мы соберем. Хотя нет, смотрите, вроде бы нету ничего уже. Да, реально нету ничего. Ну и, собственно, лечилки мои-то тоже закончились. А это очень печально. Очень печально, я бы сказал. Да, опять смола, да что ж такое? Надо попробовать хотя бы броню забрать. Тихо-тихо, птица. Тихо-тихо, песик. Есть. Контакт. Так, одеваемся. Одеваем. Может даже не одеваться, может так умереть. А, интересно, кстати, вот... Надо попробовать сейчас. Давайте я поставлю... Может быть... О, ничего не пропадает. Отлично, если мы в инвентаре... Фух, ну хоть так, хоть так. Все, теперь можно одеться, наконец-то. И лечь поспать таки. Фух, вот это да, было опасно, реально. Было стрёмно. Но зато мы сделали огромнейшее дело. Это набрали целых 50 ведер смолы. И теперь можем заняться нормально крафтом, исследованием и прочими прелестями жизни. Сразу давайте сделаем 10 рабера. Сразу давайте мы сделаем 10... кожи. Так, кожа, вот 10 кожи сделаем, но остальное пока что оставим. Давайте сделаем один сульфур, потому что у нас есть рецептик. Есть рецептик, который мы можем сейчас использовать. Так, я потерялся немного. Всегда теряюсь вот в этих штуках. Давайте, кстати, мы... Блин, и у нас для источников света нам нужна вот эта вот... Как она называется? Да? Желе вот это. И для зелья лечения тоже нужна она. Это очень, очень печально, я бы даже сказал. Так, ладно, тут смотрим. Ничего не появилось? Ну, двери там, это понятно. Вроде ничего не появилось. Веревки. Я не могу сейчас сделать себе веревок. Но я могу пойти нафармить себе веревок. Ну и сделать. Так,
Не надо в меня тут стрелять своей гадостью. Веревки вот здесь вот, в принципе, добываются вполне хорошо. Но единственное, что... Хотя, можно, кстати... Блин, опять я поставил. Надо вас местами поменять. Все, я понял. Надо вас местами поменять. Землю отсюда убрать. Все, теперь я оставлю обычные платформочки нормально. Так. Вот это вот мы выкапываем. И нужно новое будет, новую землю поставить, чтобы не приходилось далеко так лазить. Так, почему не может запрыгнуть? Все, запрыгнем. Теперь ставим землю опять же. Ровненько, как-то вот даже можно пониже ставить, без проблем, чтобы меньше лазить. Ну ладно, тут уже раз у нас платформочки есть. Ой, сохранение пошло. Давайте выкопаем. Отлично. И тоже поставим землю сюда, везде. Чтобы нам не пришлось высоко карабкаться за новой партией веревочек. Давайте вот это вот снимем. О, отличненько. Все. Все, все, все. И вот здесь вот... Ну, ладно. Я надеюсь, новые веревки вырастут. Ну, веревки, говорю, не веревки, а... растения, чтобы мы получили из них веревки. Давайте, пока у нас есть возможность, спокойно поубиваем вот этих вот медузок, медузяшек. Ну, давай, иди ко мне. Нет, она не хочет умирать так просто. К сожалению. Так, давайте мы здесь поставим платформочку и здесь поставим платформу. Ага, все, она пока мы ставили платформочки, она тупо ушла. Ладно, на тебе. Стрелую в глаз. У тебя есть глаз, медуза? Так, ну-ка, давайте сейчас отдалим еще, осмотримся на наличие гадских медуз. Ну, вроде бы никого нет. Все, закрываем дверь, закрываемся и начинаем крафтить. Что мы начнем крафтить? Во-первых, для чего мне нужны были веревки? Я, допустим, хотел сделать... для начала я хотел сделать сами веревки. Компонент, веревки. Ну, по максимуму сделаем, опять же. Так, для начала, да. Сделаем себе ботиночки. Потом, это мы все сделали, сделаем лук. Окей. Лук мы тоже сделали, да? Или нет? Или да? Лук... А, вот он, его просто практически не видно. Левел 2, ну точно такой же лук, короче, он нам без надобности. Совершенно просто, просто чтобы получить немножечко research прогресса. Так, смотрим дальше. Штанишки мы делаем, хорошо. Что у нас еще есть полезного? Вот эту вот штуку я хотел одну сделать. Химическая лаборатория нам нужна, чтобы сделать вот это вот... штуковину. Отлично. Так, у нас появились штаны. О, теперь серьезный дядька уже, да? И жизни стало у нас также 105. Отлично. Ну правильно. Шлем нам дает радиус света, оказывается. Я что-то поначалу не... А, нет. Все правильно. Все нам дает свет, но... Броня, нагрудник нам дает увеличение на 5% жизни. И штаны дают нам на 5% увеличение прыжка. То есть мы немножко прыгать выше стали. Ладно, допустим. Теперь мы вот это вот все снимаем. Снимаем, потому что оно не учитывается в исследованиях. И изучаем все то же самое, только Mark 2. Отлично. Так, чего-то не хватает? Не хватает копера, без проблем. Без проблем. Делаем копер, ресурсы. Копер из руды. Делаем максимум, отлично, все. Никаких проблем с этим нету. И изучаем, ставим на изучаться штанишки. Так, что у нас новое? Химическую лабораторию обязательно. Два железа. Ага, у меня железа нету. Нужно идти копать железо. Но это опасно. Надо хотя бы сейчас броню себе улучшенную сделать. Ну ладно. Пока что тогда подождем. О, металлические шкафчики появились. А железа у меня нету.
Подождите, у меня есть вон целых 19 железной руды. Какие проблемы-то, а? Это замечательно. Где наше железо? Вот, железо. По максимуму тоже все, все круто. Теперь мы тогда изучаем, ставим изучаться химическую лабораторию. Нужно нам опять же стекло. Стекло. Стекло и провода. Ладно, пока что тогда ставим крафтовый стол на изучение. Так, главное, давайте кирку все-таки. Ну и пока что все, хватит. Тем более у нас уже не влазит ничего. Но пока мы все это дело изучаем, давайте мы сейчас для начала сделаем кое-что сделаем. Так, во-первых, у нас есть модуль, который, да, мы не посмотрели, что это такое. Это у нас даталог, отлично. Третий даталог мы нашли, закрывайся. Это нам не интересно на данный момент. Так, песок есть. Давайте сделаем тогда стекло. Нам оно понадобится, ну, я не знаю, сколько, 30, 10, еще 10, еще, ну, вот так вот сделаем. Давайте еще 40, 50, все, хватит. Оставим кусочек песка, жменьку маленькую, не знаю зачем, но пусть пока будет. Это нам не надо пока что. Ставим исследоваться. А, нам нужно сделать кабель. Окей, кабель, компонент, электронный кабель, электрический. Электронный кабель, наверное, как-то не очень, да? Один, по-моему, нам... А, стоп, их 4 штуки сразу делается. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, сделали так сделали. И поставим сейчас исследоваться как раз химическую лабораторию. Сейчас уже броня должна доисследоваться. Вот-вот-вот-вот-вот. Должна доисследоваться. Ну, давай, ты сможешь. Надо поставить всего лишь изучаться если эту химическую лабораторию. И, наверное, мы будем расширять себе домик, что ли. Так, химическая лаборатория. Хорошо, и крафт смотрим сразу на наш эквипмент. Сьютс. Вот, броня, новая броня. А, смотрите, мы не израсходовали саму броню. И это радует. Это радует, что нам не придется новую броню делать. Мы могли, оказывается, гораздо раньше все это изучить и гораздо раньше скрафтить себе более полезный сет. Ну, конечно, смотрите, да, всего лишь навсего на 7% увеличивается на 7% увеличивается наша жизнь, то есть у меня будет не 105 жизни, а 107. Разницы, по-моему, практически никакой нет. Но зато посветлее будет, однозначно посветлее. Так, если тут радиус у нас был сколько? А, нет, смотрите, яркость 12, радиус 7. А здесь то же самое, по-моему, да? Да. Да. О, мы левелапнулись. Окей. Мы дошли до второго тира. Так, давайте мы сразу наш Mark II нагрудничек оденем, посмотрим. Ну, практически ничем не отличается. Так, давайте посмотрим на новые исследования. Что у нас стало доступно, что нам открылось. И видим, что ничего совершенно нового нет. Пока что. Но это только пока что. Стоп, у меня есть кристалл. Почему мне пишут, что только у меня не хватает... Это у нас из железа крафтится. Но мне реально пишут, что не хватает вроде бы только... Нагрудничек, кстати, есть. Смотрите, да? Марк 3. А почему он красным горит? Тогда нужен... Нет, не нужен крафтовый стол никакой у нас. Давайте посмотрим, почему он горит красным. Учитывая то, что да, у меня такой вот нагрудник есть. У меня, в принципе, кристалла нет. Может быть, поэтому. Кристалл я еще такой не находил. Они довольно редкие, это я помню. Еще в прошлый раз, когда играл. Так... Ну,
написано, что будет немного безопасней. А, может быть, кстати... Нет, нет, нет. Левел 3. Research Progress Bar. Но мы полностью этот бар заполнили и обнулили. Так, у нас есть возможность крафтить себе теперь шлемчик. Сьюз. Давайте скрафтим шлемчик. Отличненько. О, смотрите, лечит на 1% жизни в секунду. Так. Прикольно. И 5 brightness, 5 radius. А у этого то же самое. Ну, в принципе, да, по освещению они одинаковые. А, кстати, вот следующий, давайте мы посмотрим. 12.9. А этот нагрудничек 12.7 идет, да? То есть у этого будет больше радиус. Но радиуса как такового я особо не заметил. Ну, ладно. Так, ох, лечит нас, наконец-то. О, мы лечим. Ой, смотрите, прикольно. Прикольно. Вот это другое дело. Совсем другое дело. Ой, смотрите, подождите. У меня теперь 139 жизней. А, правильно. То есть, как я понимаю, да, когда мы левелапнулись, когда мы левелапнулись, наш прогресс исследований, мы получили тридцатник жизни. Очень интересно. Очень интересно. Ну, теперь мы хоть лечимся, хоть немного. Я хоть теперь, да, смогу забаррикадироваться, допустим, и хоть как-то восстанавливать себе немного жизни. Кстати, сейчас игра у меня идет на 11 FPS, как ни странно. Если мы отдалим, что-то поменяется. Не, 11 FPS или 10. И это тоже как-то довольно печально. Ладно, у нас идет там исследование полным ходом. Давайте ботинки оденем. Прыгать выше будешь. Оп, отлично. О, я теперь, смотрите, как мечом махаю. Мне показалось. Наверное, просто показалось, что я прям как Рэмбо. Ну, паучок, давай, давай. Сейчас я тебя замочу таки. Отлично. Да, я уже себя чувствую реально более комфортно. Более-менее нормальной броне в такой, да, и с возможностью хоть как-то до жизни восстановить. Ну, сейчас смотрите, прикольно светится довольно. Так, паукан. Давайте мы залезем куда-то вот. Много маленьких огоньков. Так, ну, здорово. Как у нас там? Чего-то исследовалось уже. Сейчас ботинки докрафтились практически, и мы теперь... О, да. Нужно, наверное, просто, чтобы время прошло, чтобы оно все осознало. Тоже, да, игра наша. Так, ну мы скрафтили. Давайте теперь сделаем себе ботиночки. Ботиночки, ботиночки. Они нам будут какой бонус давать? Сравним. На 5% прыгания. И здесь то же самое. Отлично. Разницы, в принципе, никакой. Так, но зато, я не знаю, подождите, может я все-таки где-то в глаза долблюсь и просто не вижу этот кристалл, или я не понимаю. Но реально нету. Почему я не горит, что его нету? Непонятно. Ладно, давайте тогда снимем доспех и попробуем изучить. Ага, выберите цвет. Вот такой. Может быть, вместо кристалла... А, наверное, вместо кристалла мы теперь можем выбирать цвет. А, и если мы используем вот эти вот банки наши, да, которые вот я поставил, только что выбрал, то... Ну, мне кроме этой банки нету ничего другого. Есть вот такая, но она нам ничего не делает. Давайте сейчас исследуем. Может быть, скрафчу вот такие эту броню. Давайте сейчас мы тогда быстренько-быстренько перейдем новым исследованием. Химическую лабораторию поставим.
уже позже, и кирку тоже чуть позже изучим. Но пока что новых рецептов никаких особо не открылось у нас, да? Но зато, хотя, может, когда мы сейчас установим крафтовый стол, я, правда, не знаю куда, но... Ай, бутылку выпил. Не хотел. Не хотел, и не нужно было, потому что жизни у меня-то полные ведь были. Так, ну... Изучайся, давай уже, давай. Ну-ка попробуем сейчас еще разок поставить здесь. Ага, ниже нельзя. И смогу ли я поставить здесь вот эту вот банку? Ага, не могу. Кстати, а где все мои банки? Ух ты. А где все мои банки? У меня почему только одна осталась? Я что-то не понял. Жалко, что нельзя поставить ее вот на подставочку вот сюда, вот так вот. Было бы очень классно. Вот. Недочет, незачет. Недочет и незачет. Так, давайте ломаем тогда эти подставочки. Они нам здесь тогда не нужны, раз они такие бесполезные. И, может быть, мы тогда переставим сейчас печку сюда поближе. Вот так вот, да? Хотя, нет. Печку мы сейчас уберем, потому что для крафтового столика, для нашего... Давайте мы его сейчас сделаем. Buildings, Devices, Workbench. Делаем первым делом, потому что без него, как я понимаю, мы далеко не уедем. Так, и поставим печечку нашу подальше. Включим ее, будет тут небольшой источник света. А лампу. Я бы когда-то поставил бы сюда с удовольствием, но, увы, тоже не получится. Так, крафтовый стол готов. Готов? Да. С крафтовым столом уже интереснее, потому что ему нужна энергия. И для этого нам понадобятся как раз провода. Давайте сейчас подцепим провода сюда, сюда, и вот так вот. Есть провода или нет проводов? Так, прошу прощения, меня немножко отвлекли. Возвращаемся к нашим проводам. Проводам. Ну, горит красным, значит, я что-то не так делаю, я не могу отсюда подсоединить. Да? Да, наверное, не могу. А почему? Давайте мы сейчас уберем вот это вот безобразие и попробуем провести. Нам, в принципе, тут провода-то и никуда не нужны. А, ну ладно, тогда есть вариант использовать вот этот вот переходничок. Его можно повесить куда угодно. Давайте вот один сюда повесим. Остальные выложим и закроем вот эту штучку. Так, поставим теперь опять крафтовый стол. И возьмем в руки провода. О, отлично. Подключаем к... Как он там? Ну, короче, переходник. Ух ты. Ух ты. И что дальше с тобой делать? Наверное, просто вот так вот. Оп. Оп. И теперь можно включить... Ну, ты должен включаться, я в тебе верю. Или нет? Проводка кабеля такая интересная. А, кстати, срезать... О, срезал я кабель, называется. Отлично. Не совсем так, как я хотел, но... Допустим... Стоп, или проложили мы? Так. Нет, не проложили мы ничего. Все правильно. Ну-ка попробуем. Не, ну вроде как подключилось. Вроде бы должно все работать. Ну ладно, будет у нас предмет, который необходим, для которого необходим этот вот крафтовый стол.
Мы тогда узнаем, подключилась или нет. Но сейчас мы можем попробовать скрафтить сьютс. Новый нагрудничек. Да, отлично. Новый нагрудничек. И, может быть, если повезет, сейчас... Да, что ж такое. Сейчас еще и ботиночки себе забецаем. О, Research Point. Смотрите, здесь у нас видно, сколько у нас очков набрано, да? Но мы не можем посмотреть. А тир, как посмотреть, на котором мы находимся, я даже не знаю. Ну, ладно. Так, нагрудничек новый. Более хороший нагрудничек, более светящийся. Ну, шапка, главное, что нам жизни восстанавливает, это уже очень здорово. И нагрудничек сейчас будет жизни больше давать. Ну, бам, бери. О, да. О, и светится, по-моему, как-то уже приятнее и лучше, да? Или мне кажется? Ну, мне однозначно нравится такой нагрудничек уже. Потом у нас будут там прям такие сеты хорошие, такие как в виде скафандров, со шлемами нормальными, а не с очками, с банальными. Так, есть. Не хватает, не хватает одной банки светящейся и двух слитков железа. Ну, хорошо, на этом, так точнее, одного получается, слитка железа нам не хватает, да. На этом пока что тогда я серию закончу, одену штаны вот эти вот обратно. То есть у нас уже такой довольно интересный чувачок получается, весь в светящихся точечках таких прикольных. В общем, да. Пока что я заканчиваю серию, я уже изучаю вот это вот не на запись. Хотя, в принципе, мы пойдем... Хотя, может, и не пойдем. Посмотрим. В любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.